Всем привет, ребяшки, меня зовут Спуридудиду, и вы смотрите снова крутые битвы шайки против квадратов и даже немножко свинтусов. Так, ну что, вот наша небольшая команда. Сейчас мы ее прокачаем, усилим, так сказать, и все, пускай попробуют нас побить, ничего у них не получится. Так, мы держим атаку. Ай! Окей, давайте сразу этого. Так, ну сейчас мы его победим на второй круг. О-о-о-о! Да чё же они так долго бьют нас? Так, а ну-ка, может сразу... Нет, у него все равно что-то осталось. Окей, главаря мы убрали. Теперь никого он не позовет на помощь. Бабах! А ну-ка этого. Ай! Ай-яй-яй! Бах! Ну почти. Я думал, сейчас каждый даст свою атаку и все, мы победим. Так, ну что, там будет кто-то еще? Нет? Это всего лишь была охрана, ребят, возле пещеры. Так, ну чё мне дает по 2 звезды? Это, скорее всего, ребят, может, у нас тратится слишком много жизней. Ну, мы что-то придумаем. Может, найдем броню нашим шариком. Может быть, еще что-нибудь, чтобы мы были намного круче этих чудиков. Так, а ну-ка. Хотя, ладно, пойдемте попробуем свои силы, так сказать. Ого. Да, их теперь будет много. Ну, поехали. Ой-ой-ой, нужно было его сразу бить. Так. О, сейчас позовет на помощь. Еще 2, ого. Чего вас так много? Так, ну все усилия, чтобы победить вот этого свинтуса. Который уж больно помогает квадратам. А-а-а! И вот это у него количество атак, видели? Так, окей, используем. Хо-хо-хо-хо! Ничего себе, у нас тут он взорвался. Так, ну, конечно же, нам даст звезды, потому что у нашей Матильды очень много жизни пропало. Ну да, кто бы сомневался. Ну ладно, ничего страшного. Мы для этого что-нибудь еще сделаем. И будем гораздо сильнее. Так, ну чё ты, поймался, свинтус? Пошел вон отсюда. Так. Все, теперь мы сейчас поплывем на корабле. Погнали. Так, а ну-ка. Что у нас тут есть? Давайте посмотрим какую-то амуницию для наших шариков. Она нам точно понадобится. Так, что мы можем приготовить? А, броня какая-то, 103 какая сейчас. Ух ты, еще и 3 этих. Классно. А ну-ка, используем ее. И здесь у нас что? Плюс 12 к атаке. А, не хватает. Так, этот щиток вообще лучше? Ого, у нас 2 раза больше жизни почти получилось. Так, ну этот мы убираем. На детали его разобьем. И все, и снова пойдем. Ну, он гораздо прикольней. Так, что у нас тут по зельям? Ладно, ничего не будем готовить. Поехали. Так, а вот и наша морская битва. Уже даже на корабле, вы представляете? Так, немножко качается это.
Лодка. Хорошо. Пока что, если один этот чудик, то мы его и так победим. Далее там кто-то будет еще. Ха-ха, теперь два. Ну, поехали. Ладно. Сделаем щит на всех. Смотрите, они все решили бить красного шарика, вы чего? Бамс. Что? Как он выжил? Ха-ха. Вот этот прикол. Так, так, так. Ладно, не будем пока использовать. Все, остался один. Да хватит бить красного шарика. Получай. Здорово. Так, теперь кто у нас тут? Ого, смотрите, какой капитан-моряк. Угу. Так, давайте сразу большого свинтуса пытаться. Ой, я чувствую, сейчас он как бы бахнет, а нет, еще не успел. О, надо попробовать победить срочно. Ой, как страшно, сейчас он скоро использует. Фух, нам хватило, мы победили этого гиганта, отлично. Так, осталось только этих теперь. Так, сразу первый пошел. Оп, держимся, держимся, держимся. Этот вообще упал. Здорово. Хорошо. А, мы прошли? Это всего лишь вот этот свинтус был. Неплохо так мне очков дали. Так, даже 4 капельки в сумме выпало. Классно. Так, для чего эти 4 капельки? Наверное, сделать какой-то эликсир. А, это же точно, это водичка, наверное. Так. Угу. Что у нас тут, ракушка? Что, в ракушке есть что-то? Ого, сколько всяких вкусняшек. А, сюда мы не проберемся. То есть нам нужно как-то оплывать вот здесь. Ну хорошо, поехали. Поехали сражаться. Так. Кого же нам сразу побеждает? Наверное, вот этого. Ого, вот это он непробивной. Ух. Да хватит его всем бить. Экс. Так. Ой, я надо было щиток использовать. О, нет. Так, хорошо. А, я выдержу, я выдержу, я выдержу. Вот это они меня побили. Да сколько мы тут просто одного этого чудика бьем так долго? А, не, опять меня все бьют. Фух. Фух. Так, окей, используем на нашего подрывничка. Так, ну, наверное, придется ему немножко дать. А то мало ли. Так, готово. Ну, неплохо, не нашего красного шарика побили. Наверное, из этих злодеев нам уже 3 звезды не выпадет. А нет.
Фух, выпало. У-ху! Вот мы и победили, ребят, получили свои ягодки. Я надеюсь, эта серия вам понравилась, так что ставим лайки, подписываемся, комментируем. И, конечно же, всем пока-пока. И посчитайте, сколько было битв в этой серии. Кто напишет правильно в комментариях, тот молодец.